Весенняя посевная кампания в хозяйствах ДНР подошла к финишной черте. Аграрии засеяли ранними зерновыми культурами около 80% выделенных под них полей. Об этом сообщили в Министерстве агропромышленной политики и продовольствия. В частности, хозяйства одного из крупнейших сельскохозяйственных регионов республики, Амбросиевского района, выполнили планы посевной в пределах 70%. На полях сеют горох, ячмень, овес, яровую пшеницу. Всего их семена будут уложены на площади более 6 тысяч гектаров. Завершают в Амбросиевке подкормку озимых культур. Не за горами в хозяйствах района и сев кукурузы, заявила начальник управления по работе с сельскими товаропроизводителями Амбросиевского района Лариса Кузё. По информации Министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР, площадь посева ранних зерновых культур по прогнозам достигнет 30 тысяч гектаров. Напоминаем, что аграрии Донецкой Народной Республики в связи с теплой погодой заблаговременно приступили к весенней посевной кампании. Однако из-за проливных дождей в середине марта, заморозков и обильного снегопада механизаторам неоднократно приходилось приостанавливать полевые работы.